Добрый день и добрый вечер, дорогие друзья. Я готов приветствовать каждого из вас. С вами я, Александр, и компания «Резидент Уфа». И готов представить вам новую квартиру. Travel Hall находится она на Гостином дворе. Адрес: Верхняя торговая площадь, 4. И такие прекрасные апартаменты мы подготовили для тех, кто проживает либо в Уфе, либо собирается к нам в гости. Засервированный стол, ложечки, тарелочки, стаканчики. Все в самых лучших тонах. Фильтр, чайник. На всяких фруктиков останавливаться не буду. Они хомстендж платный. Кому интересно, обращайтесь, пишите. Все организуем, все сделаем. Так, индукционная плита. Спросите: Александр, где посуда? А посуда у нас вот здесь. Специальная посуда для индукционных плит. Вот тут всякие причиндалы, блендер, вилки, ложки, тарелки. Холодильничек маленький, но вместительный. Соевый соус. Раньше подсолнечное масло ложили, но это было раньше. Теперь молодежи нужно соевый соус, кушать роллы. Это девочкам для здорового питания обязательно нужно считать. Ножички, вилочки, всякие специи, зубочистки. Если у кого-то что застряло, можно почистить. Так, едем дальше. Кружки, тарелки. Все чистенько, все аккуратненько. Дозатор. Такой вот диванчик. Если приехали с детьми, обращайтесь к нам. Диванчик раскладывается, аккордеон. Вот, и спокойно детки размещаются. Светильничек, ночник, лебеди. Сейчас покажу. Вот такие лебеди девочки у нас делают для каждого клиента. Абсолютно для каждого. Телевизор большой, 55 диагональ. Можно хоть что делать. И Xbox играть, и PlayStation. Так что обращайтесь. У нас, кстати, все это есть, тоже платно, но есть. Кондиционер обязательно, да. Тапочки. По вашему запросу можем предоставить вам гостиничные тапочки, халатики. Все это есть в тарифе отель. Так, сейчас я выключу вытяжку, чтобы было. Вот, вытяжку выключил. Сюда поставили душевую кабину. Смеситель, тропический душ. Очень все удобно. Для полотенец крючки, унитаз инсталляция. Тут всякие полочки. Туалетная бумага — это самое главное в квартирах. Дозаторы, щеточки зубные. Одноразовые гели для душа. Обезьянки, без них вообще никак. Для девочек большой фен и подсветка. Это раздеться, повесить вещи, что-то еще. И вот тут еще, кстати, вешалка есть. Вот тут вешалка есть, можно раздеться. Ну вот такая квартира. Приезжайте только к нам, только в нашу компанию. Гости просили, что: Александр, давайте в центре квартиры, в центре, в центре, в центре. Вот мы в центре, уже вторая квартира в центре открывается. Так что приезжайте только к нам. Мы вас ждем, мы вас всех любим, обожаем. Всего вам самого хорошего. А, кстати, а вот и гладильная доска. И утюг. Аккуратно тут замаскировались. Но они есть. Мы помним о всех ваших просьбах. Ну все, еще раз все показываю. Все красиво, все топчик. Ну все, всем респект, всем пока. Ждем вас в гости. До свидания.